В Мукачеве ограбили банк, причем сами же сотрудники. По крайней мере, подчиненных подозревает руководство финучреждения. По их мнению, почти 1 000 000 гривен украл инкассатор. Теперь его разыскивает полиция, продолжит Марина Коваль. Деньги пропали вот в этом центральном отделении счет банка в Мукачеве. 11 мешков с наличными инкассаторская группа забрала у клиентов, но не сдала в банк. А руководитель группы исчез на следующий день после того, как в банке не досчитались средств. Инкассатор-водитель Василий из той группы уверяет, что к краже не имеет никакого отношения. Все время был за рулем и не поймет, как могли украсть деньги. Нормальная семья, все я там говорю, была нормальная семья, нормально все было на работе. Что это стало, я без понятия. У сумки 2 рубля 5, 10, то треба десь покласти, якусь треба вирости. У нас камера, як то без поняття? Я то не можу ніяк поняти. Ну, тут одно питання, то, що він пропав. Бо він не пропав, там може бути то. Його немає, що ми можемо говорити. Василія уволили, він вважає, що незаконно, тепер намагається встановитися в должності через суд. Уволили и родственников исчезнувшего инкассатора. Его дядя работал охранником, а тетя уборщицей. В отделении банка, где пропали деньги, об инциденте говорить отказывается. Не могу на цей давать. У нас есть своя служба. Ну, это у вас зникло 800 чимось тысяч гривен. В наших отделениях. Официальную позицию банка обнародовала пресс-служба. Во всем винят человеческий фактор и признают. Деньги присвоил бывший сотрудник банка, один из многотысячной команды инкассаторов. После служебной проверки всех причастных к пропаже уволили. Клиенту деньги вернули. Но поиски подозреваемого пока безрезультатны. Зараз у проведения слідчого управления проводить материалы криминального проведения за фактом привласнення грошових коштів в сумі 813 450 гривень старшим бригади інкасації. Счет банку. На данный час особа правопорушника установлена. Він оголошений в розшук. До работы в банке инкассатор был сотрудником государственной службы охраны. Ему 33 года. Скрывшись, он оставил жену с 3 детьми без средств к существованию, рассказывают бывшие коллеги. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область.